Так, друзья, всем привет. В общем, появилась небольшая проблема в аквариуме со стаканчиками. На двух листочках начала появляться черная борода. Сейчас попробую показать вам. Вот здесь вот есть немножко. И вот здесь на листочке. А начала она появляться из-за того, что в этом аквариуме очень много земли появилось. Это лишняя органика для такого объема маленького. В общем, будем выводить эту черную бороду подменами, выводить лишнюю органику из этого аквариума. Буду подменивать каждый день по 3-4 литра воды в течение недели или двух. Органики станет намного меньше. Ну а так в основном в порядке все с растениями, с остальными. Вот как видите, сейчас покажу. Начала ротала очень хорошо расти. Вот. Уже плавают на поверхности. Здесь вот такие листочки. Сейчас фокусируется камера. В принципе, все в порядке с растениями. Так что будем добиваться. Сейчас я, конечно, эти листики оторву. Они, в принципе, уже не нужны. Вот, получается, на двух листочках только оно появилось. На этом. И вот на этом. Вот где гуппи малек плавает. Больше черной бороды нет. В общем, сейчас оторву эти листочки. Сегодня уже делал подмену воды в этом аквариуме. Завтра опять 3-4 литра воды. И так в течение двух недель. Буду показывать результаты, появится ли черная борода снова или нет. Так что, кому было полезно видео, ставим лайки, подписываемся на канал. Всем пока!